Всем привет, это Максим из Pagoda Build, и сегодня первый день нашего онлайн-тура по гранитным месторождениям Вьетнама. Сегодня я расскажу про это странное мероприятие, которое мы проводим, что такое онлайн-тур в Инстаграме по месторождениям Вьетнама. Это такой инновационный формат, в котором мы хотим с помощью существующих инструментов в Инстаграм вместе с вами посетить месторождения, заводы, как мы считаем, наиболее интересных, перспективных вьетнамских гранитов. И надеемся, что следя за нашим контентом, у вас появится ощущение, что вы действительно побывали на этих карьерах, на этих месторождениях. Это должно быть как минимум интересно, ну, как максимум, если вы каким-то образом связаны с камнем, это будет для вас полезно, потому что четыре месторождения, на которых мы сконцентрируем свое внимание, мы считаем, что будут наиболее востребованы и интересны для рынка гранита СНГ в следующем году. Какие месторождения посетим? Это будет гранит 439 Extra White, это будет гранит V64 Bainbrook Brown, V654 Sesame Black и V682 Light и Dark. Для того, чтобы принять участие в этом туре, вам достаточно быть подписчиком на наш Instagram-канал, следить за анонсами всех мероприятий, которые мы будем выкладывать, и следить за контентом. Контент будет включать в себя очень много сториз, где мы прям в режиме реального времени будем вести съемки из карьеров, с месторождений, давать какие-то комментарии, просить вас задавать вопросы и на них отвечать. Это будет видео и фотоконтент в ленте. И это будут прямые эфиры, в которых вы можете в режиме реального времени задать вопрос мне, либо Андрею, либо другим нашим коллегам, которые вас заинтересуют. Будет масса полезной информации коммерческого характера, о свойствах камня, особенностях камня, сравнения этих камней, о которых будет идти речь, с аналогами с китайских, камбоджийских и других месторождений. И это также будет какой-то фан, где просто мы будем делиться нашим опытом общения с людьми, с хозяевами карьеров, с рабочими, с вьетнамским бытом. Поэтому я думаю, что будет интересно. Напоминаю, что приобретая гранит и мрамор нашей компании, вы фактически приобретаете камень напрямую у завода-производителя с нашей честной наценкой за контроль качества, организацию логистики. По всем камням, представленным на нашем сайте, мы работаем контейнерными партиями, поставляем как на условиях ФОП, так и на условиях ДТП с логистикой, с растаможкой в любой город России. Но по вот этим четырем гранитам, которые мы с вами посетим на следующей неделе, мы со следующего года также запускаем сервис сборных грузов с помощью нашей дочерней компании Stoco, которая находится в Санкт-Петербурге. Мы сможем поставлять также небольшие партии именно по вот этим вот материалам. Поэтому, если вы крупная оптовая каменная компания, либо небольшая строительная компания, которая использует камень в своих проектах, вам будет очень интересным и полезным участие в этом туре. Уже в понедельник мы выйдем 23 ноября на карьер 682 Sunset Gold Light and Dark. И надеюсь, что вы поедете вместе с нами. До встречи!